нас есть слайдер на главной странице и слайдер на странице товара. Для обоих этих слайдеров используются свои JavaScript файлы. Эти файлы мы подключили в подвале сайта для всех страниц сайта. То есть, по сути, нам одни файлы нужны только на главные, другие только на детальные товары. А у нас все файлы подключаются на любой странице сайта. Это неправильно. Исправим ситуацию. Используем файл компонент epilog.php, чтобы поместить туда код подключения нужных файлов JavaScript. Создаем файл компонента компонент epilog.php в шаблоне слайдера на главный и переносим туда подключение скриптов, отвечающих за слайдер. Применили. Видимо, у нас перестал работать слайдер. Причина в том, что подключение скриптов у нас происходит в другом порядке, и вывод их в итоговый HTML также теперь в другом порядке. То есть библиотека jQuery подключается раньше, чем сам jQuery был подключен. Это неправильно. Перенесем часть подключения в шапку сайта. Обновили страницу. Теперь работает все как нужно. Детальная страница товара. Все аналогично. Проверяем. Все верно.